Так, вот и Майка. Она любит вот с ложечки кушать. Вот творожок. Так, вот. Творожок сладенький. Фруктовый. Творожок, сметанку она любит. О, посмаковала. Так, а вот на завтрак обычный, привычный, очень вкусный студенческий омлет. Яйцо с молочком и сардельки славянские. А потом чаек. А к чайку вот такую шоколадку съем. Вот сейчас перекушу и продолжу свою творческую работу. Пожелайте мне приятного аппетита. Спасибо. Аудиокнига «Своими руками». Студия «Барабаны судьбы». Читает Александр Водяной. Ревун. Читает Александр Водяной. Среди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы, Магдан и я, смазывали латунные подшипники и включали фонарь наверху каменной башни. Магдан и я — две птицы в сумрачном небе. Красный луч, белый, снова красный, искал в тумане одинокие суда. А не увидит луча, так ведь у нас есть еще голос нашего ревуна. Он рвался, громовластный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной. «Здесь одиноко, но я надеюсь, ты уже свыкся?» — спросил Магдан. «Да», — ответил я, — «ты мастер рассказывать. А завтра твой черед ехать на большую землю. Будешь танцевать с девушками, пить джин. Скажи, Магдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один? Тайны моря. Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете, вечно в движении, тысячи красок и форм, и никогда не повторяется? Удивительно. Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один, и тут из глубин поднялись рыбы. Все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив. Здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь. Красный, белый свет над ними. И я видел странные глаза. И вдруг, без звука, исчезли все эти миллионы рыб, сгинули. Не знаю, может быть, они плыли сюда издалека на паломничество. Удивительно. А только подумай сам, как им представлялась наша башня. Высится над водой на 70 футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом исполина. Они больше не возвращались, но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали
перед каким-нибудь рыбьим божеством. Мы отсчитали ногами 80 ступенек, разговаривая, не спеша. Наверху Магдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа на смазанной оси. И неустанно каждые 15 секунд гудел ревун. Правда, совсем как зверь. Магдан кивнул своим мыслям. Большой одинокий зверь воет в ночи. Если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей. Увидишь сам. Это повторялось уже 3 года. И впервые я не один. Будет кому подтвердить. А теперь жди и смотри. Прошло 30 минут. Мы изредка роняли шепотом несколько слов, потом устали ждать, и Магдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет ревуна. И вдруг над холодной гладью голова, большая темная голова с огромными глазами и шея. На 40 футов поднялась над водой голова на красивой, тонкой, темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного коралла, мидий и рак. «Спокойно, парень, спокойно! Это невозможно! Это мы с тобой невозможны. А оно все такое же, каким было 10 миллионов лет назад. Оно не изменялось. Это мы и весь здешний край изменились, стали невозможными. Мы медленно, величественно плыло оно в ледяной воде, там, вдали. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч, красный, белый, красный, белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шифрам. «Это какой-то динозавр?» Я присел и схватился за перила. «Да, пожалуй, за их породы. Но ведь они давно вымерли». «Нет, как видишь, просто ушли в пучину». «Что же мы будем делать?» «Делать?» «Делать. У нас работа. Уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока еще доберешься до берега. А этот зверь длиной с миноносец и плывет почти так же быстро. Почему он приходит именно сюда?» И в следующий миг я получил ответ. Ревун заревел. И чудовище ответило. В этом крике были 1 000 000 лет воды и тумана. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть. И из нее вырвался звук, в точности повторяющий
голос ревуна, одинокий, могучий и далекий-далекий. Целый год, Джонни, целый год несчастное чудовище лежит в пучине, за тысячи миль от берега, на глубине 20 миль, и ждет. Ему, быть может, 1 000 000 лет, этому одинокому зверю. И вот 5 лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего ревуна, и он ревет, ревет над пучиной. А вот и маяк, что зовет тебя. Ревун. Читает Александр Водяной. Такая же длинная шея торчит из воды, и как будто такое же тело. Но главное, точно такой же голос, как у тебя. Ревун взревел, чудовище отозвалось. Рев ревуна продолжался. В прошлом году эта тварь всю ночь проплавала в море. Круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила. Недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась. Шутка ли столько проплыть? А на утро туман вдруг развеялся. Вышло яркое солнце, и небо было синее, как на картине. И чудовище ушло прочь от тепла и молчания, уплыло и не вернулось. Чудовище было всего лишь стоянка от нас. Оно кричало, и ревун кричал. Вот она жизнь. Вечно все то же. Один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любит его. И наступает час, когда тебе хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило. И чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел. Посмотрим, что сейчас. И он выключил ревун. Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца. Слышали медленное, скользкое вращение фонаря. Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазищи прожекторы мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, в другую сторону, словно искало звук. Оно взглянуло на маяк, снова заворчало, и вдруг зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах. «Магдан! Магдан! Включи ревун!» Магдан взялся за рубильник. В тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи, и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками
царапающими башню. Громадный глаз в правой части искаженной страданием морды сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась, ревун ревел, чудовище ревело. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу. На нас посыпались осколки. Магдан поймал мою руку. «Вниз, живей!» Башня качнулась и поддалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатились вниз по лестнице. «Живей!» Мы успели. Нырнули в подвальчик под лестницей. В тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней, и ревун захлебнулся. Мы стояли молча. Магдан и я, слушая, как взрывается наш мир. Все. Лишь мрак и плеск валов о груду битого камня. И еще слушай. Слушай. Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груду камней над подвалом. На следующий год поставили новый маяк. Но я к тому времени устроился на работу в городке, женился, и у меня был уютный теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Магдан стал смотрителем нового маяка. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, оставил машину и смотрел на серые волны. Слушал голос нового ревуна. Ах, чудовище! Оно больше не возвращалось. Ушло. Ушло в пучину. Узнала, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга, все ждать и ждать и ждать. Это все, что ему остается. Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсом Бэй. Только слушал ревуна. Ревуна, ревуна. Казалось, это ревет чудовище из глубин океана. И мне очень хотелось сказать ему что-нибудь бодрящее,
Но что?